Всем добра и здравия. Выезд. Но сегодня решил посмотреть вот это вот поле недалеко от дома, прям совсем рядышком. Осенний коп. Уже глубокая осень. И сезон близится к завершению. Скоро настанет зима, которая даст нам некую передышку и возбудит новый азарт, более мощный, на следующий сезон, даст нам время разложить найденные находки, почистить их, отреставрировать и любоваться потом на них. Истории великой России. Вхожу, посмотрю, ветра нету, солнце, к сожалению, тоже. Но главное вот, чтобы такая погода вот была, ни больше, ни меньше. И в принципе нормально. Главное, нету дождя, нету ветра. И самое главное для нас, конечно же, чтобы были находки. Что будет, покажу. Всем удачи. Дерево шалаш. Можно от дождя прятаться. Месте наши приборы, нас пока трое, но еще двое комрадов обещались подъехать. Ну, подъедет, не подъедет, это ладно, бог с ним. Вот поле, мы его не раз копали. На этом поле, это поле мы уже копаем где-то лет 10, но она постоянно что-то это выдает. Здесь, скорее всего, была ярмарка, так как концентрация находок очень большая и период очень большой. От самую старую монету, я уже как-то говорил, я находил, это Василий I, сын Дмитрия Донского. Это вот на вот этом, это холме. Ну и также вплоть до 20 века здесь предметов старины очень много. Поэтому мы здесь походим. Поле здесь большое, где-то порядка 40 это гектар. Оно туда еще заходит подальше. Вот осмотримся. Что будет, покажем. Всем удачи. Комрады настраиваются. Сейчас я тоже настроюсь и пойдем в поле. Так, ну вот мы начали. Так вот, ну, первая находка, пуговка такая вот. Так, и придется мне возвратиться к машине. Забыл
наколенник. Хорошо, еще недалеко отошел. Пойду одену. Там что-то нашел. Зовет. Что-то интересное, наверное. Сейчас посмотрим. Вот, комрад нашел Петровскую монетку. Вот здесь выбито 1704 год. Алтын. Или как правильно произношение? Вот такая вот серебряная красавица. Так, ну у меня пуговка. Такая вот. Комарады вон ходят. Так, а у меня конинка с остатками кожи. Еще одна пуговка, но, по-моему, это заготовка. Без дырки даже. Еще одна находка. Пломба. Такая вот красота с фамилией. Гринуф и что-то типа этого. Ивы. Именная. Коммерс 19 века. Начинается дождик небольшой, но он как-то нам не нужен, несподручно нам дождик. Может, сейчас закончится, посмотрим. Так, конинка мне попалась, вот такая вот. Серебра пока не видать, но буду искать. Сейчас поле на зиму так перепахали, продисковали, но так... Почва, видимо, сырая была, поэтому такие комки большие. Раньше, лет 8 назад, это поле под кукурузу высаживали, эту кукурузу здесь. И помню, дисковали прям гладенькое-гладенькое было. Прям вообще вот ходить это приятно, как пушок, эта земля. Но все-таки время тогда было, меньше было коллег, так сказать, комрадов, ну и находок было больше. Такой не очень сигнал обрывистый, но лучше копнуть. Такой он как обрывистый. Ну да, какая-то ерундовина. Ладно, бог с ней. Какая-то медная штуковина. Серебрение, это что здесь? Вон комрад ходит, не нашинский. Так, ну если это серебрение, то это получается напыление. Напыление у нас... серебра в середине 19 века начали использовать, а до этого в средние века наносилось тонкими слоями, напаивалось, наклеивалось как-то так. А комрад, вот, который там вот одиночка, пытался к нему подойти туда, он так щемится ближе к лесу, не хочет общаться.
оттуда туда перебежал. Ну ладно, бог с ним. Ну, вот такой вот островок тут зелени. Выросла какая-то петрушка. Вот здесь много белой керамики попадается. И вот старенькая керамика. Темная. Так вот попался кусочек крестика. Ушко. Но это ушко под реставрацию другого креста подойдет. Вот кто-то к нам еще подъехал. Пойду посмотрю, сколько у нас здесь уже, пятеро или шестеро. Вижу, Леха подъехал. Пойдем посмотрим, что там у них. Так, ну у нас здесь уже семеро, пятеро здесь и два там ходят. Семь человек сейчас на поле. Но только медное. Медное обручальное кольцо. Только вот такое хорошее патина. Обручальное колечко. Ребята ищут, копают. Так, еще одного потеряли. Где еще один? Камрад подошел. Пломбу. Как он ее назвал? Царь. Царь пломба. Огромная, толстая. Вот тут монетки у него. Так, один у нас там вот ходит. У нас двое. И здесь четверо. Семь человек у нас сейчас. Группа ребят только приехали, они туда подальше пойдут, а мы пойдем чайку попьем. Это уже здесь не первый час, а они только приехали. Пойдем пить чай. Так, ну вот сейчас попьем чая и продолжим. Ну, тоже какая-то заготовочка. Царское толстое стекло. Что-то красивое было. Каменка прямо на поверхности. Так, у меня находочка небольшая такая вот.
маленький такой наперстничек. Ну, это вообще какой-то. Ну, на мизинец. Девица какая-то потеряла. Что-то штопала и не доштопала. Тут даже резьба есть. Это резьба видно. Да, господа, что это может быть? Вот на этом поле таких изделий много. Видно, здесь вот резьба. Вот. От чего это? Ерундовина. Ну, что-то крепилось, может, мебель или еще. Типа того. Кто знает, подскажите. Еще всякого Будда. Ребят, пошли чайку попить. У меня вроде как серебро. Советы, правда. Десять копеек. 1928 год. Ну, сохран хороший. Не потертый. Билончик. Да, вот они. Да. 28-го года это еще билон. 29-й, 30-м году они уже после 30-х годов уже не серебряные пошли. Номиналы такие. Да, вот комараду чешуйка попалась, Петр Первый. Это сегодня уже второй Петр. Вот это сейчас совсем рисует, отчетливо просматривается Петр. Вот еще. Всего понемногу. Так, еще одна конинка. Конская упряжь. На конскую упряжь украшение. Сделаем небольшой видеообзор. Так, помнишь, как прокурор? Так, у комрада вот серебро. Жалко, что обломано. Денежки. О, начало фонить. Сейчас детекторы соберем. А где у нас еще? Один это вот потеряшка. Фотосессия детекторов. И на это, и на пинг-понг. Вот. Столько у нас сегодня народа. Аппараты терки, URX, Deus. А это что за аппарат? Минилап или что это? Минилап, Гаррет, АТ-Про. 400 тоже. Нет, вот этот, вот 400. Всех мастей. Так, один комрад у нас домой, а мы еще часик походим. Вот у ребят тут оставили шмурдяк. Они оставляют так вот, что им непонятно, потому что один раз чуть не выкинули пол височного кольца от этой вятичи. Сегодня тут оставили шмурдяка. Это я думал, свечка военная, но вроде нет. Здесь вот дерево было, поломало сейчас, пока и открутили. Так.
Надеюсь, у них все правильно сделали, что это все выкинули. Ничего тут путевого нет. Так, ну и меня что там? Что, ты достанешь с этого, Даш? Так, ну вот шмурдяки в этом еще. А собачка была? Или что это? Кошка. Интересная такая. Жалко, головы нет. И вот здесь вот надпись. Так, ну и получается, что тут? Конина, конина. Белончик. 28-й год. Пуговки. Здравствуйте. Что у нас интересного здесь есть? Да, у нас уже сейчас ничего нету. Я просто помню, несколько лет назад тоже его искали. Но тут особо ничего такого. Нет, раньше здесь много было интересного. Да, видео вот это не доснала, девушка подошла, спрашивала, как, чего тут, показали ей находки, рассказали о местности. Ну и вот как бы вот так вот. Белончик я уже показывал, да, что я тут не показывал, по-моему, все уже показал. Обручальное колечко, пломбочку тоже показывал. Так, ну и все, мы на данном этапе заканчиваем. Складываем находки. Хабернса. Собираем металлодетекторы. И, дамы и господа, до новых встреч. Всем удачи!